Специальный трехдневный онлайн-марафон «Прием КФУ 2.0» стартует с 21 мая и продлится до 23 мая. Эта инициатива организована Казанским федеральным университетом совместно с Департаментом информационной политики, приемной комиссией и другими структурными подразделениями университета. Напомним, что впервые марафон стартовал в феврале этого года. С 27 по 29 февраля представители институтов рассказали о новшествах предстоящей кампании, порядке поступления, лайфхаках, новых направлениях, условиях обучения и многом другом. Новшество второго сезона в том, что практически все институты будут представлять непосредственно директора. Это важно и для будущих наших абитуриентов, и для родителей. Вы сможете познакомиться с теми людьми, кому потом будете вверять своего ребенка. Это очень важно. Безусловно, заранее возможно будет задать вопрос, мы все это соберем и будем передавать нашим спикерам и ведущим. Ждем вас на нашем марафоне. Я надеюсь, что желание поступить в Казанский федеральный университет не то, что у всех укрепится, все однозначно убедятся, что наш университет – это лучший выбор, который можно сделать поступающим в этом году. Онлайн-марафон «Прием КФУ 2.0» стал наиболее удобным форматом для ознакомления с приемной кампанией. Это мероприятие позитивно влияет на информирование абитуриентов о процессе поступления и о направлениях обучения, предлагаемых университетом. За три дня марафона представители 17 институтов и юридического факультета выступят с презентациями, вебинарами и консультациями, рассказывая будущим студентам об образовательных программах и возможностях, доступных в ВУЗе. Это уже второй марафон, мы уже будем больше знакомиться с процедурой поступления, потому что прием уже совсем не за горами, осталось почти месяц до начала приемной кампании основной, и больше вопросов будет уделено и больше ответов будет дано именно по процессу поступления. График онлайн-марафона будет доступен на всех информационных площадках ВУЗа. Трансляция онлайн-марафона пройдет в официальном паблике КФУ на платформе социальной сети ВКонтакте. Там же вы сможете задать интересующие вопросы, а авторы самых интересных из них по итогам каждого дня получат подарки – мерч Казанского федерального университета. Резеда Каримова, Богдан Священко, Универ Новости.